Кричи как можно громче. Громко кричи, не удерживайся. Кричи подобно трубе. Расскажи людям об их беззаконии. Скажи семье Иакова о грехах ее. Тогда они каждый день будут мне поклоняться. Захотят научиться моим путям. Они станут народом, живущим праведно, и не перестанут следовать добрым заветам Бога. Они просить меня будут о суде справедливом, и за справедливостью будут ко мне приходить. Теперь эти люди говорят: «Мы постимся ради тебя. Почему же ты нас не видишь? Мы причиняем боль себе. Почему же ты нас не замечаешь?» Но Господь говорит: «Вы делаете то, что вам самим приятно. Вы поститесь по особым дням и наказываете слуг ваших, но не тела ваши. Вы голодны до споров. Вы больше хотите ссор, нежели хлеба. Ваши злобные руки жаждут драки. Вы поститесь, но не для меня. Вы не хотите свой голос утруждать, восхваляя меня. Вы думаете, что в дни поста мне приятно видеть, как люди наказывают сами себя? Думаете, мне угодно видеть печаль людей? Думаете, я хочу, чтобы они склоняли головы, подобно погибшим растениям, и надевали на себя одежды печали? Думаете, я хочу, чтобы люди сидели во прахе, являя свою печаль? Ведь вы все это делаете в дни ваших постов. Думаете, Господу все это угодно? Вот пост, который я избрал. День, когда люди будут освобождены от оков зла. День, когда ярмо будет расковано. День освобождения угнетенных, когда будет разбито поработившее их ярмо. Я хочу, чтобы вы разделили свой хлеб с голодными и приютили бездомных. И когда увидели нагого человека, дали ему одежду свою. Не прячьтесь от них. Они такие же люди, как вы. Если вы так поступите, свет ваш зарею засияет, раны ваши излечатся, и ваша праведность пойдет впереди вас, и слава Господня будет следовать позади. Тогда вы воззовете Господу, и Он вам ответит. Возопите, и Господь откликнется. Я здесь. Вы не должны больше приносить людям беды, не должны обвинять других и говорить горькие слова. Вы должны почувствовать сострадание к голодным и дать им хлеба. Вы должны помогать людям, попавшим в несчастье. Тогда ваш свет засияет во тьме. Ваша печаль пройдет, и вы засияете подобно полуденному солнцу. Господь вас будет вести всегда. Он души ваши насытит в землях сухих и даст силы. Вы будете словно сад у воды, словно ручей, который никогда не иссякает. Города ваши долго стояли в руинах, но будут построены новые города, и основания их будут стоять веками. Вас будут называть возродителями, теми, кто строит дома и дороги. Это случится, когда вы перестанете попирать день субботний, когда в мой святой день перестанете исполнять свои прихоти и будете считать субботу отрадою, когда станете почитать святой день Господний тем, что не будете заниматься своими обычными делами и заключать сделки. Тогда вы сможете Господа просить о Его доброте, и Он вознесет вас над землею и даст все, что принадлежало Иакову, отцу вашему. Это исполнится, ибо так сказал Господь.